Всем привет! И сегодня мы с вами обсудим, что такое жить с собакой. Точнее, с моим братом. Сегодня сюжет будет про вот это замечательное создание. Из минусов. Ваша квартира постоянно в говне. Постоянно в санине. Постоянно в каких-то мелких, длинных, коротеньких волосиков, которые вас бесят, постоянно лезут вам в рот. Видите, аж это, закашлял от того, что я в шоке. Но это не самое главное. Самое главное в том, что с ней постоянно нужно играть. Так что если хотите завести собаку, не надо, одумайтесь. Это в детстве хорошо, а во взрослой жизни уже хреново. Ее надо кормить, стирать, убирать, мыть за ней. Вообще собака это круто. Очень круто, особенно когда она лижет себе лапы. Так вот, если вы выбираете себе собаку, то это повод задуматься над тем, что вы дурачок. Потому что никаких, абсолютно никаких пожеланий к покупке собаки я вам предложить не могу. От нее одни сплошные минусы, ни одного хорошего плюса. А все потому что, ну, собака — это животное. Да, это друг за деньги, очень хороший друг. Я его люблю. Вот она моя хорошая, псинка моя. Так вот, в чем плюс для покупки собаки? А плюсов нет. Все, если ты ее купил, ты дурак. Спасибо за внимание, ставь лайк, подписывайся. Пока.